Пояс битвы чемпионов в Дагестане. В Махачкалу вернулся победитель Всероссийского форума боевых искусств Магомед Магомедов. На родине спортсмена встретили его близкие, родственники и друзья. Напомним, что турнир, прошедший в формате межстилевых поединков, завершился минувшие выходные в Москве. Там двукратный чемпион мира по боевому самбо представлял свой родной вид спорта. Магомедову противостоял выходец из панкратиона Рамис Терегулов. Поединок продлился все отведенное для него время. Три раунда дагестанский спортсмен доминировал как в стойке, так и в борьбе. Для Магомедова этот бой стал первым после пятилетнего перерыва в профессионалах. Теперь он планирует вновь сосредоточиться на выступлениях по правилам ММА. Сейчас после боя разговаривал с Камилом Гаджиевым. Он предложил мне продолжить карьеру там же, где я ее и начинал, в Fight Night. Посмотрим, сейчас отдохну и думаю, где-то в январе вернусь уже. Ну, готовился я в Дагестане, это в школе имени Абдулманапа Нурмагомедова. Хочу поблагодарить весь тренерский штаб. Также мне в ударной технике помогал мой брат Арсен Алиев, это чемпион мира по ушу санда. Ну, в целом подготовка проходила в Дагестане, и я был в хорошей форме.